Атмосферу создают люди. Они могут находиться в хороших условиях, не очень. Даже как песня пелась, говорят, что в дни войны есть минуты тишины. Даже, наверное, в окопах может быть прекрасная атмосфера. Поэтому меня лично абсолютно, можно сказать, не смущают там технические сбои, какие плохая аппаратура. Оно, конечно, мешает. Хочется комфорта, но значительно хуже, когда люди закрыты, когда у тебя конфликт с аудиторией, когда ты не в должном состоянии каком-то и кривляешься перед людьми, пытаясь произвести впечатление. Врешь людям. Ты не говоришь то, что у тебя есть в сердце. Вот это намного хуже. Потому что мы лицемерим на виду у остальных и провоцируем это лицемерие. Мы приучаем людей к лицемерию, к формализму в церквях. А вот когда мы честны, когда мы открыты, люди это чувствуют, нутром чувствуют, и они также открываются. Вот эта атмосфера, конечно, это подарок, это замечательно. И у вас вот в этой церкви очень хорошая атмосфера.